Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Не прекращайте повторять эти слова, чтобы впускать самые светлые события, денежный достаток и успех. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Когда наша фраза, каждое слово имеет силу, ведь то, что мы произносим, задает определенный настрой, программу, от которой зависит то, как будет складываться наша реальность. Когда мы употребляем грубые слова, часто жалуемся на обстоятельства жизни, обсуждаем в негативном ключе события, которые происходят с нами вокруг, ругаем других, самих себя, то и негатив в удвоенном объеме возвращается нам обратно. Можно сказать, что Вселенная считывает наши слова как призыв к действию и помогает получить то, на чем в большей мере сфокусировано наше внимание. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, притянуть в нее удачу, счастье, нужно обязательно следить за тем, что мы говорим и о чем думаем в течение дня. Фаза убывающей Луны – это наиболее оптимальное время, чтобы начать чистку мыслей и разговоров, которые всегда ведет к положительным изменениям качества жизни. Кроме избавления от негативных слов, сплетен, зависти, злых высказываний в адрес других людей, начинайте и заканчивайте каждый свой день волшебными словами, активирующие только самое лучшее, что может быть в жизни. Произносите их в любую свободную минуту дня, в перерыве от дела или наоборот, во время занятия чем-либо, например, готовки, умывания, прогулки или зарядки. Волшебные слова такие. Счастье, любовь, удача, легкость, успех, изобилие, богатство, здоровье, красота, хорошее настроение, радость, благополучие. Сделайте повторение этих слов своей новой привычкой. Вы можете проговаривать все слова, вы можете выбрать те, которые вам нравятся больше по душе. Пусть эти слова заполнят собой ваши мысли, заполнят собой пустоты и заменят все отрицательное. И вы убедитесь, вот как буквально с первых дней начнет преображаться ваша реальность.